Я ехал со спутника, груженный, по улице Некрасова. На пешеходном переходе проехал, и дальше со стороны магазина выехали девочка и мальчик на велосипеде. Я начал тормозить, но так как машина груженная, ну, затормозил, но все равно повреждение ребенку нанес. Привлекались ли вы ранее к административной ответственности? Нет. Спиртные напитки употребляли? Нет. То, что факт освидетельствования показал у вас наличие спиртного? А потому что я сказал, что вчера я до 4 часов ночи мы праздник справляли, поэтому и остаток появился.